Персонажи из аниме танцевали и пели в Ульяновском парке «Семья». На выходных прошло косплей-представление, вошедшее в программу международного форума «Японская весна на Волге». Более сотни ульяновцев переоделись в любимых мультяшных персонажей. Для более точного сходства использовали профессиональный грим и парики. Каждый старался скопировать даже походку. Безликий бог Каонаси из мультфильма «Унесенные призраками», пожалуй, самый таинственный герой торжества. По сюжету он вечно ищет свое лицо и дарует людям то, что они заслуживают. Под маской скрывается хрупкая девушка Оксана. Он мне очень нравится. Чем-то даже напоминает меня, потому что, например, человек в процессе своей жизни ищет себя самого. Вот. И я решила как-то это выразить мысли через этот косплей. На сцене проходил конкурс танцев. Любители аниме представили номера в направлении кавер-дэнс. Ребята скопировали костюмы и движения азиатских артистов. Чем больше сходства и яркости в движении, тем выше оценки жюри. То есть кавер-дэнс – это корейские танцы. Корейские современные танцы, которые группа людей перетанцовывают. Либо ты один танцуешь, либо ты танцуешь в группе, где там 4, 5, 7 человек. И на сцене получаются очень красивые рисунки, картинки, где ты перестановишь. Различные. Вот, поэтому это очень интересно. Нарядные ульяновцы соревновались не только в танцах, они также исполняли азиатские эстрадные песни. Фестиваль планируется проводить ежегодно, потому что он полюбился местной молодежи. Виктория Чиркова, Владимир Куликов, Ул Правда ТВ.